Серпуховские львы вернулись домой. Более 50 лет белокаменные статуи служат главным украшением сквера на проезде Мишина. По инициативе неравнодушных жителей скульптурная композиция была отреставрирована. Тем самым волонтеры-активисты сделали подарок ко дню рождения своего города. 1970-е годы. В Серпухове в сквере на проезде Мишина поселяется семья львов. Необычная скульптурная композиция, прозванная в народе «Грустные львы», становится одним из символов города. Но время берет свое. Львы нуждаются в преображении. Летом команда неравнодушных жителей вместе с педагогами художественной школы имени Бузовкина приступила к реставрации семейной пары. Львы были в таком состоянии, когда много лет их красили неправильно, да, то есть не было специалистов. И тут появилась возможность качественно отреставрировать, очистить, да, от верхних слоев каких-то, да, которыми были покрыты эти грустные львы. Собралась команда неравнодушных людей, волонтеров, мы сейчас их называем, вот, которые изъявили желание самостоятельно заняться реставрацией. Волонтеры с большим энтузиазмом трудились над восстановлением арт-объектов, снимали у каждого льва по одной лапе и даже голову самца для того, чтобы прочистить и надежно закрепить. В реставрации помогали и дети. Я понимаю, как это важно для нашего города, и я решила помочь своей маме, чтобы она не работала там одна, чтобы мы были вместе. За активную жизненную позицию, за отзывчивость и за оказание содействия в реставрационных работах благодарственными письмами волонтеров наградила заместитель главы администрации Анастасия Курбатова. Каждый человек из этой группы внес посильный вклад. Это и время, и материалы, знания, а самое главное, в реставрацию грустных львов внесено сердце, душа и любовь к своему городу каждого из волонтеров. Арт-объект любим не только местными жителями, но и гостями города. После их появления сквер стали называть сквер со львами, что добавило ему особую изюминку и привлекло еще больше людей. Когда я их реставрировал, я теперь понял, чем они мне нравились. Это все-таки такое художественное произведение получилось. Это не скульптура, которая вот украшает современные дворцы там какие-то. Те не живые львы, они какие-то декоративные, а это львы живые. Теперь львы дома, погружены в свои мысли, вновь прижимаются к друг другу. В планах активистов вернуть в семью маленького львенка, который пропал много лет назад. Придется воссоздать его по старым фотографиям.